Брат Дмитрович, вот время 10:17 минут, смотрим передачу «Здоровье». Потому что один из симптомов, который нас беспокоит, это интоксикация. Мы должны ее снимать. Вот посмотрите, токсины – это то, что отравляет наш организм. Здесь машина ДПС стоит рядом. Здесь. Готовы на выезд. Человек не пьет много воды, а здесь мы умные и пьем. Как положено. И когда мы пьем, эта интоксикация, как вы понимаете, снижается. Женщина нам 130 сидит. Варная девчина. Вот так иногда просматриваем здоровье. Мы уменьшаем концентрацию вируса и все второй, выводим. Второй вот канал это смотрим. Мясников смотрим. Вот почему вот я хотел многим задать так, почему в одно время передач проходит. 10 часов начинается. И на первом канале здоровье Мясникова. Передача Мясникова на втором канале. Почему так вот? Вот это до сих пор это бесполезно. По разным временам. Нет. Передача в одно время. 10. По первой программе, по второй. Одно и то же время. Это не пойму. Вот Мясников. Он девчонка выходит. Вот этого не пойму. Как зовут? Надежда. Вот такие вот дела. Как вот? Почему нет, так? Нет, сестра, не поверите. Уже не работаю. Я расчувствую, что-то такое. Просмотр позитивно закончен, до свидания. Вот скажи свою точку зрения. Конечно. Почему так в одно время давайте передать? Что там сверху начальство, руководство? Стороны, о чем думаешь? До свидания, всего хорошего. Друг, а то уверенная. Где работали? До новых встреч.